Кто-то скажет, музыка – дело не пыльное. Что ж, проверим. Авторские песни. Неоднозначные каверы на популярные хиты. И только живой звук. Кто же станет самым крутым музыкантом? Все решат деньги. Чек-чек. Сыграй меня, если сможешь, сейчас. Но сначала правила игры. Начнут музыканты с песен, которые выбрали сами. Потом сыграют каверы на хит, который выбрали мы. Ну а прохожие решат, кто же лучший из лучших на этой неделе. И самое главное, все монеты, которые посетители торгово-развлекательного центра оставят в нашей шляпе, пойдут на благотворительность. Зовут меня Иван Стефанович, и я уже готов представить претендентов на звание топ-музыкантов этой недели. Ольга Сатюк. Телеведет, преподает и поет. Носит гордое, почти легендарное звание первого представителя Беларуси на Евровидении. Нелюбов. One Man Project, исполняющий Dark Wave песни. Говорят, они прямо-таки пронизаны сексуальным электричеством. А сейчас Ольга Сатюк. Мы верили ветру, беспечно по свету, за ним босиком. И это не было сном. Мечтали о солнце в шкатулке и об одном, что будем вдвоем. И это не было и не будет сном. Скажи мне, моя, где ты? Отражение тебя. Скажи мне, луна, ведь ты это я. Солнце мое греет тебя. Лучами сшитая, укрыта тенью планет, любовь живет на земле. Моя, дай мне ответ, да или нет, да или нет. Мы верим отчаянно, что мы не случайные, считаем звезды вдвоем. И это не было. И не будет сном. Скажи мне, моя, твоя я луна. Солнце мое в отражении тебя. Скажи мне, луна, ведь ты это я. Скажи мне, моя, твоя я луна. Солнце мое греет тебя. Скажи мне, луна, Ну, если честно, как-то сложно подобрать слова. Солнце мое. Моя песня – это «Майя», которая вышла недавно у меня. Ну как недавно? Уже конец мая, собственно говоря. Вот такая игра слов, да. В конце мая вышла «Майя».
Гитара вообще мне не нравится, гитара. А тембр голоса приятный у девушки. Я, например, довольна. Ну, то есть было побольше времени, я бы добавила больше музыкантов. Ну и цвет платья красивый. Все очень просто, собственно говоря. Песен о любви много не бывает. Любовь, она, как говорится, имеет многогранно. Меня не зацепило, в общем. Мечтали. Может быть, еще атака какая-то неуверенная у гитариста, ну, как мне показалось. Ну, это тоже сильно влияет, как бы. Песня о любви, не о конкретном человеке. Легкое повествование, чтобы это легко, как говорится, входило в человеку в память и легко воспроизводилось, напевалось. Немножко однообразно как-то звучит, и подъезды вот эти, которые, как, ну, такие, как больше рок какой-то, они такие не очень. Скажи мне, сложно очень, если честно, оценивать как бы творчество чье-то. Мне нравится сейчас вообще любое как бы проявление искусства, ну, в плане музыки. В нашем деле главное что? Правильно, грамотно вступить. Но впереди и оригинальные песни, и каверы сразу после рекламы. «Сыграй меня, если сможешь» – это и лучший проект по версии нашего режиссера, и призыв к действию для наших участников. Они играют, прохожие голосуют, а мы подбиваем кассу. Чья шапка будет звонче и тяжелее, тот и победит. Но результаты мы узнаем только после второго тура, в котором они исполнят каверы на всемирно известный хит. На сцене «Нелюбов». Встречайте! Постоянно зовет, выпей его, это так.
просто нас больше нет. Тепло разливается липкой нугой, яркое солнце, этот рассвет. Я до краев наполнен тобой. Незримый день, невидимые оковы из печали и горя. Я забираю у тебя их все. Я растворяю их в своем черном море. Вчера ты вот еще достраивал здание, а завтра ты приезжаешь, поешь песню. Поворачиваются к тебе, значит, люди говорят: ого, где же вы были? Мы вас так ждали. Она называется «В пустоте». Это вторая вот песня в мини-альбоме. Это вот именно встреча двух, ну, как бы, противоположностей и, ну, создание чего-то нового, вот. Классно то, что он один. И с ним столько всяких примочек, компьютер, он там прям, ну, в общем, оснащен техникой. Ну, что сегодня не новость. Я вот начал плотно, ну, как бы понял, как записывать и делать продакшн где-то полгода назад. И сейчас у меня, ну, уже быстро получается делать песни. А до этого готовился где-то, наверное, года два. В принципе, можно делать было и раньше, открывать компьютер, который был у кого-то все-таки, да, в семье, качать эти программы, Ableton, Logic, GarageBand, окей, даже что-нибудь другое, и сочинять. Просто сегодня такая-то прям, ну, вот, тренд, мода. Музыки на самом деле довольно давно, но пользовался там эмуляторами, там, ну, там, Fruity Loops, там, как бы. После того, как я, ну, там, стал крутить грувбоксы какие-то и, ну, синтезаторы, которые там, ну, реально, ну, не настоящие, то как-то подход к музыке немножко у меня, ну, поменялся. Очень странное время, в то же время прикольное, потому что, ну, вот реально каждый может это сегодня делать. Ну, я имею в виду писать музыку и, более того, ее показывать. Первый этап проекта «Сыграй меня, если сможешь» завершен. Давайте посчитаем, сколько денег в нашей шляпе. Вот они, итоги первого тура. На втором месте Нелюбов. Я обжигаю губы тобой, мед плавится время вспять. И на первом месте Ольга Сатюк. Мечтали о солнце в шкатулке и об одном, что будем вдвоем. Но я напоминаю, что это только первая часть нашей программы. Победителя мы узнаем в конце. Впереди новый тур, и очень уже хочется узнать, каверы на какой мега-хит зазвучат сегодня на всю Дану Мол. Здрасте. Помогите нам, пожалуйста. Мы снимаем музыкальную передачу. Вытяните бумажку, нужно решить судьбу артистов. Что там за песня? Что там? Монеточка каждый раз сразу после рекламы. Спасибо. Это «Беларусь-2» и громкий во всех смыслах проект «Сыграй меня, если сможешь». Тут у нас музыканты выясняют, кто же из них круче. И, конечно, собирают деньги на благотворительность. Но пора слушать каверы. И вот на что. Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала, взлеталась, я бы стала самой бедной из людей. Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала, взлеталась, я бы стала самой бедной из людей. Мне сложно даже вообразить, что там напридумывали музыканты. Где ты, когда ты не онлайн? Когда я жду тебя в сети? Какие ссылки перейти, чтобы просто оказаться там? О чем ты думаешь сейчас? Давай среди берез густы читай любимый твой рассказ. Страничку я, страничку ты, или в гости просто чаю.
и сердцами WhatsApp закидан, но я просто не отвечаю. Я инкогнито инка, да. Но если б мне платили, милый, каждый раз, когда взгляд твой дымный мне мерещится где-то мимо, каждый раз, когда снишься ты мне. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы стала королевой теплотрасс, я бы стала самой бедной из людей. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной на земле. Старая конфорка плещет нам, на двоих одна заварка. За окном темно, в окне трещина, лампочка луна над парком. Я опять кручу на пальце пять, пахну как мамины духи. Ты хочешь меня снять, 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 а я хочу писать стихи. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе. Который мне больше нравится, чем сама песня. Ну, действительно, прикольно. Ну, как бы по нотам, голос, ну, очень красиво. И гитара как-то даже позвонче, не знаю. Ну, просто, наверное, из-за того, что мне Ванесика нравится. Я бы стала самой бедной из людей. Поменялся слегка текст. Ну, наверняка для этой песни это кардинальное изменение. Из-за того, что как бы только два человека, ну, звучит очень однообразно и... Ну, не хочется дослушивать, потому что, ну, ты понимаешь, что будет, ну, как бы то же самое, и не готов как-то тратить время. Мне было очень интересно все-таки проработать ее текст, посмотреть, насколько он бы быстрее бы мне бы зашел. Как меня, вот если бы собрались, вот, скажем так, потребители такого же вот вкуса, как я. Но я просто не отвечаю. Как-то все сгладилось. Монеточка — это больше как стихотворение под аккомпанемент какой-то. А здесь просто это такой стандартный прием, как можно спеть, и будет звучать, ну, хорошо. Мы изменили мелодию, и вообще получилась другая песня, по факту, если что. Но я не знаю, я не думаю, что, ну, Монеточка должна на нас обидеться. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Если был на готовил ты, и доняшкой бы стала я.
если б не платили каждый раз, когда я думаю о тебе. Я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Если б не платили каждый раз, когда я думаю о тебе. Я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Ну, я считаю, вообще отлично фартануло. Ну, давайте помечтаем, да? Сплин, Мумитроль, Нелюбов, почему бы нет? Я немножко поменял ритм чуть-чуть совсем. И там буквально одну ноту в куплете, по-моему. Ну, и поставил свое вот это звучание с, как бы, с те синтезаторы, которые использовал, я, ну, использовал и в монеточке. Ну и характер попытался тоже как бы. Большой талант взять оригинал и спеть оригинал. Дон. Ну я, наверное, фанат, да, монеточки. Как бы я знаю, что, чем это закончится. Я слушала монеточку. Мы разговаривали с ребятами насчет там Lil Peep, ну вот этих временных, типа, как будто бы звезд. Мне кажется, ну, в любом случае, в сердцах кумиров они останутся на всю жизнь, ну, эти люди. Жду тебя в сети, какие ссылки перейти, чтобы просто оказаться там. Я не знаю, просто с какой точки зрения это рассматривать. Если как кавер, ну, наверняка у каждого свое видение кавера. Ну, он увидел это так. Я считаю, что если вы берете какую-то технику в руки и используете ее в момент, когда вы поете, у вас уже преимущество в руках, в голосе. Пора подбивать кассу. Скоро мы узнаем, кто у нас победитель. Вот же они, итоги сразу двух туров. На втором месте по-прежнему Нелюбов. Где ты, когда ты не онлайн, когда я жду тебя в сети? Какие ссылки перейти, чтобы просто оказаться там? И на первом месте Ольга Сатюк. Где ты, когда ты не онлайн? Когда я жду тебя в сети? Какие ссылки перейти, чтобы просто оказаться там? Поздравляем! Для меня это, ну, такой сильный подъем в плане, ну, творчества. Как-то я даже приуныл, ну, вот в это воскресенье просто. В общем, очень понравилась передача, очень классные, ну, сотрудники и, ну, участники прикольные тоже. И все деньги собраны пойдут на благотворительность. Это, конечно, все прекрасно. Мы обсудили все за и против, взвесили все новинки, современный мир, похвалили, поругали друг друга. Но главное то, что наша музыка – это вот… Что очень приятно в данном проекте, это благотворительность, потому что все собранные деньги, они идут на благотворительность. Поэтому особенно приятно, безусловно, петь, экспериментировать в рамках проекта «Сыграй меня, если сможешь». Спасибо большое. Спасибо вам большое, ребята. Ну а мы прощаемся с вами. Это было музыкальное шоу «Сыграй меня, если сможешь», в котором все решают деньги. Ну и немножечко музыкальный вкус. Давайте же еще раз послушаем самую крутую песню этой недели. Где ты, когда ты не онлайн? Когда я жду тебя в сети? Какие ссылки перейти, чтоб просто оказаться там? О чем ты думаешь сейчас? Давай среди берез густых читай любимый твой рассказ. Страничку я, страничку ты, или в гости просто чаю. И сердцами WhatsApp закидан, но я просто не отвечаю. Я инкогнито инка, да. Но если б мне платили, милый, каждый раз, когда взгляд твой дымный, мне мерещится где-то мимо каждый раз, когда снишься ты мне. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы стала королевой теплотрасс, я бы стала самой бедной из людей. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной на земле.
Старая конфорка плещет нам, на двоих одна заварка. За окном темно, в окне трещина, лампочка луна над парком. Я опять кручу на пальце пять, пахну как мамины духи. Ты хочешь меня снять, 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 а я хочу писать стихи. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы стала королевой теплотрасс, я бы стала самой бедной на земле. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы обживала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. О, если бы я, если бы.